Дети, которые сегодня получают эти почетные грамоты, были первыми, кто родился здесь уже после обретения родильным домом статуса перинатального центра. 5 лет назад учреждение получило возможность оказывать новорожденным помощь совершенно другого уровня. У нас дети были очень тяжелые. Спасибо огромное Тамаре Николаевне за то, что она вместе со мной ходила все это время. Вот. И у меня родились очень прекрасные девочки. Князеве Наталье Юрьевне очень тоже большую благодарность, потому что она нас выходила. За 5 лет здесь родилось около 30 тысяч детей. Но не все они рождаются доношенными и здоровыми. Чтобы максимально сократить детскую смертность, в центре трудятся высокопрофессиональные врачи, которые дарят женщинам счастье материнства. Это малыши особенные, и для них надо очень-очень много знать, уметь, оборудование иметь, дорогостоящее, тяжело, уметь на нем работать, уметь их выхаживать. Мы это в стенах учреждения, которое первый корпус наш, делали и старались, и собирали коллектив прекрасный. И у нас это получилось. Для развития перинатального центра было принято решение подарить учреждению еще один корпус специально для тяжелых деток. Торжественное открытие приурочили к Дню защиты детей. Раз, два, три! Ленинский район, он тоже расширяющийся район, разрастающийся, много пациентов привлекает сюда, много молодых семей, то, конечно, стали жить в стесненных условиях. Поэтому те возможности, которые смогут в этом корпусе реализовать, это и расширение коечного фонда, то есть расширение реанимации для новорожденных детей, расширение отделения патологии новорожденных детей и создание уже комплексного центра, где могут наблюдаться дети. Дети от 0 до 7 лет, это центр катамнеза, дети-детки, которые проходят после выписки из перинатального центра, могут наблюдаться у высококвалифицированных специалистов разных специальностей. А в палатах уже первые пациентки. Елена Ефремова родила 5-го ребенка. Мальчик решил появиться на свет на 35-й неделе, но специалисты центра сделали все, чтобы малыш смог расти здоровым. Нам очень нравится, то есть очень комфортные условия. Нам нравится то, что вместе мы как бы с малышами своими находимся. Очень вежливый, добрый персонал, внимательный, то есть на все как бы вопросы мамочек отвечают, помогают, то есть все нравится. Сегодня Видновский перинатальный центр обслуживает пациенток со всей Московской области. Приезжают сюда и из других регионов России. Он стал ведущим медицинским учреждением по родовспоможению. Новый корпус даст возможность еще больше повысить уровень качества оказания услуг. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.